Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарец выиграл бронзу международного турнира по дзюдо. Баскетбольная Самара потерпела первое поражение в чемпионате страны. Новокуйбышевская Нова неудачно стартовала в национальном первенстве по волейболу. Нова провела первый матч волейбольной суперлиги против столичного «Динамо». В элитный дивизион новокуйбышевцы вернулись спустя 6 лет, и дебют оказался неудачным. 3-1 в пользу полицейских. Выиграть Нове удалось только во втором сете со счетом 25-23. Баскетбольная суперлига. Самара впервые в этом сезоне потерпела поражение с разницей в 2 очка от Рязани. Игра закончилась со счетом 77-79, и Самара четвертая в чемпионате страны. Лидер – пермская «Парма». В Тюмени прошел международный турнир по дзюдо. Среди 15-летних спортсменов за медали боролись 11 национальных сборных. Корея, Словакия, Грузия, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Греция. За сборную команду России выступало 7 самарских дзюдоистов, и только Александр Дейлями завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 73 килограммов. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.